хватит сосочку сосать, пора кусать. Я тебе готовил кашку. Так, горшок пока еще рано. Водичку тут тебе приготовил. А ложечку каски. Запиваем водичкой. Надо много кушать, чтобы быть сильной. А ложечку каски. Запить надо водичкой. Я за вкусную каску приготовлю. Да-да, каска тоже добыла вкусную. Спасибо тебе, Максим. Кусайте на здоровье. Мне кажется, ты уже накусалась только сладкий. Так, носки ровненько когда сладкая. Вот ты что, за глазки закрыла? Так, не плакать мне тут. Ладно, я тебя убаюкаю. Убаю, кипаю, не ложися на краю, а то приедет серенький волчок и укусит за бочок. Ну что, мама, я тебе готов помогать с малышом? Видишь, как я уже легко с куклой обращаюсь? Пора заводить братика или сестричку. Если вы тоже думаете себе завести мальчика или сестричку, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока-пока!